очки. Скоро 10 лет Сереже. Диме нет еще 6. Дима все никак не может до Сережи дорасти. Бедный Дима, он моложе, он завидует Сереже. Брату все разрешено, он в 4-м классе. Может он ходить в кино, брать билеты в кассе, у него в портфеле ножик, на груди горят значки. А теперь еще Сереже доктор выписал очки. Нет, ребята, это слишком. Он в очках явился вдруг, во дворе сказал мальчишкам: «Я ужасно близорук». И наутро вот что было. Бедный Дима вдруг ослеп. На окне лежало мыло, он сказал, что это хлеб. Со стола он сдернул скатерть, налетел на стул спиной и спросил про тетю Катю: «Это шкаф передо мной?» Ничего не видит Дима. Стул берет, садится мимо и кричит: «Я близорукий, мне к врачу необходимо! Я хочу идти к врачу, я очки носить хочу!» «Не волнуйся и не плачь», — говорит больному врач. Надевает он халат, вынимает шоколад. Не успел сказать ни слова, раздается крик больного: «Шоколада мне не надо! Я не вижу шоколада!» Доктор смотрит на больного, говорит ему сурово: «Мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки!» Вот, шагая Дима к дому, он остался в дурачках. Не завидуйте другому, даже если он в очках. Я расту. Я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно. Расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно, расту. Расту я все равно. Идет борьба за чистоту. Я подметаю и расту. Сажусь я с книжкой на тахту, читаю книжку и расту. Стоим мы с папой на мосту, он не растет, а я расту. Отметку ставят мне не ту, я чуть не плачу, но расту. Расту и в дождики, и в мороз, уже я маму перерос.